В селе Крутояр Ульяновского района в рамках нацпроекта здравоохранения открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. ФАП в населенном пункте существовал давно, однако условия там были совершенно неприемлемые. Отсутствовало отопление, само помещение было раньше начальной школой, поэтому заниматься лечением и диагностикой в неприспособленном помещении было сложно. Теперь все иначе. ФАП оснащен по самому последнему слову техники. Если видите на заднем плане, есть даже анализатор тропонинового теста. То есть это уникальное оборудование, которое позволяет на ранних стадиях выявлять острый инфаркт миокарда, тем самым в буквальном смысле спасать жизни. Кроме сложной электроники, доступная среда. От кабинетов до туалета везде чувствуется забота о будущих посетителях. Мы делали и рассчитывали так, что это все подходило. То есть инвалиды и там бабушки, то есть свободно, они могут сесть и вставить с унитаза. То есть у них есть и поручни, и все, то есть они могут свободно пользоваться всеми удобствами. Даже система отопления здесь экономичная и удобная в эксплуатации. За температурой в здании можно следить и корректировать ее прямо из районной больницы. Неофициально ФАП именуют модельным и эталонным. Мы рады очень, спасибо от всего села, а и от меня тоже благодарность большая. Наконец-то дождались мы этого. В нормальных условиях будем работать, слава Богу. Ежедневно фельдшерско-акушерский пункт посещает около 20 человек. Прививки, простудные заболевания, ссадины, кардиопроблемы. Анна готова помочь каждому. Теперь на новом, более качественном, современном уровне. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.